Мяу! Всем привет! С вами Лискин, и тема сегодняшнего видео – как голосовать на бирже Gate.io. Ну что, начнем? Но перед этим переходите в телеграм-канал Ростиксона. Там ежедневно он публикует новости и скрипты, делится своими мыслями и пишет обо всем, что делает. Заходи, там много что интересного. Тем более на этом еще можно заработать. А также в описании будет ссылка, по которой можно будет зарегистрироваться и получить максимальную и вечную скидку на Gate.io. Итак, голосование за листинг. Но для начала, что же такое листинг? Вообще, это процедура внедрения новой криптовалюты на биржу, чтобы сделать ее доступной для торгов. Gate.io выносит некоторые токены на голосование. Если пользователи проголосуют за определенную монету, она появится на бирже. При этом Gate и криптопроекты устраивают конкурсы, связанные с выборами. Например, голосование по листингу DeFi Protocol. Все участники, проголосовавшие «за», станут участниками airdrop, если токен попадет на торги. Общая сумма раздачи зависит от количества участников, поддерживавших листинг проекта. Давайте же внесем конкретику и рассмотрим все на примере сайта. Переходим во вкладку «Подробнее» и здесь нажимаем на голосование. Здесь же представлен список монет, за которые можно проголосовать. Обычно эта активность ограничена от нескольких часов до 2 дней, приблизительно. В объявлениях от биржи Gate.io можно узнать, какие голосования проходят. Последнее завершенное голосование – ZK Cube. Если в него пройти, появится вкладка, где мы можем увидеть цель голосования – 10 миллионов голосов. Здесь все сделано таким образом, что один голос равен одному токену GT. То есть биржа, как и во многих других своих составляющих, подталкивает пользователей, чтобы GT продолжали холдить. Так как цель была 10 миллионов, проголосовало 6 тысяч человек, и общее количество токенов, которыми они голосовали, почти 24 миллиона. После того, как голосование проходит, между ними распределяется некоторое количество токенов. А сколько токенов распределяется, обычно пишут в объявлениях. Итак, как же поучаствовать в голосовании на бирже Gate.io? Для того, чтобы проголосовать, нажимаем на кнопку «Перейти к голосованию». Появляется вкладка с логотипом, названием и описанием. Мы видим, что осталось некоторое количество времени до мероприятия. Также можно пригласить больше людей, чтобы проект набрал и всем разделили токен. Первоначально нажимаем «Подробности». Там информация, как зарегистрироваться на мероприятие и как получить дополнительные бонусы. Если вы все сделали правильно, то вы спокойно можете отдавать свои голоса. Но будьте осторожны. Где-то проект может не выстрельнуть, а где-то из 5 токенов можно получить неплохую прибыль. В принципе, на этом вы не сможете много заработать. Но голосование проходит довольно часто, и за 100 голосов вы сможете получить 2-3 цента. Да, это немного. Но почему бы не зайти и не сделать всего пару кликов? Ну и добавлю, наша любимая тематика – опрос санкт-петербуржцев. Ростиксон провел опрос у жителей Санкт-Петербурга. Ибрагим, вам что-нибудь говорит? Прекрасное имя. Аллах Акбар. Спасибо. Я прошла афганскую войну. Он задал некоторые вопросы о криптовалюте и финансах. Если у вас есть какие-нибудь интересные вопросы, пишите в комментариях, обязательно ответим. А теперь смотрим. Привет, отвечу на пару вопросов. Привет, давай. Как ты относишься к криптовалютам? Никак, я их не знаю, что это. А ты слышала о какой-нибудь криптовалюте? О биткоинах что-то слышала. А что ты о них слышала? То, что их не могут заморозить, и это, в принципе, очень удобно. А, спасибо за ответы. На этом у меня все. Если понравилось видео, обязательно ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Так вы нас поддержите. А с вами была Лискин. Всем удачи и всем пока!